Просто знаете, в чем проблема? Сейчас я двери закрывать буду, и это слишком полевно будет. Раз, два, так. Все, пойдем. Так, мне Чупик запомнил, что я там остался. Так, тут Паша, все, понял. Ты хуй там пока, пока мы тут с Аси остались и так далее. Все, Аси живой. Оп, килл, килл, килл. Я оставил тебя, оставь. Мастеров этот, я понял. Где? Короче, труп в камере, прям на люке. Я видел, как люк там открывался, скрывался, и Джонни убегал оттуда почему-то. В камере? Так, подожди, подожди. Это мог быть залупоед, потому что он выбегал из медички. Подожди, где еще раз труп-то нашел? В камере, в люке. Ну, прям на люке. А, в камере? Я только что Джонни видел в этой... В администрации, да. Да, Чупик, но вопрос. Просто ты говоришь... Не-не, Чупик, ты говоришь, если люк открывался, как я бегу, типа. Не, вопрос, ну, хотя... а насколько долго Флаг Джекей вот здесь вот в карточке? Я только пришел. Только пришел Флаг Джекей. А, ну все, значит, это не я, не мастер. Не Флаг Джекей. А с нами кто еще? Аси был, Wi-Fi качал. Значит, это Юлик, Залупоед и Чопикс. Я видел, как Залупоед выбегает из медички. Блять, подождите, я сейчас так... Я из медички выбегал, потому что подождите. Я с середины пришел в медичку, подождите. Потом из медички просто выбежал. Я просто говорю, кого можно подозревать. Я так легко сейчас отбрасываю людей. У нас же два импостера. Да. О, Женя, откуда ты выбежал? Я бежал мимо камер. Аси, Чопикс, а вы можете погромче... Кстати, а то у вас что-то плохо слышно. Вот а ты же, может, в Дискорде же можешь, типа, их прибавить еще. Ну, короче, я видел, как люки закрывались, открывались, и с той стороны бежал Джонни, но по сути... Подожди, когда я бежал, открывались люки? Да. Ну вот, а зачем тогда меня гнать? Залупоед, а ты видел люки, открывающиеся в комнатах? Нет. А что ты делал? Видел, подождите, можете мне, пожалуйста, сказать, кто... Нет, ты перебиваешь меня, погоди. А что ты делал в медичке? Я в медичке, я просто сейчас шароеблюсь пока по карте, потому что я давно не играл, я уже забыл про игру, если честно, поэтому я просто хожу туда-сюда. Блин, если он из медички вышел, тогда это реально может залупает. Но это единственное подозрение, но я пока скипну. Либо Джонни. Да как я тебе могу, Чупик, если ты говоришь, что люки открывались, типа я бегу. Может, ты быстро очень. Опа. Так, не-не-не, он кто меня голосовал? Кто меня голосовал? Кто в инвестировал? Значит, это не Никита. Два импостера проголосовали. Кузьма, ты не в меня голосовал? Нет, я тоже скипнул. Бля, ну двери закрываются, скажут, что это Джонни, блять. Понимаете, в чем прикол? Короче, надо всех прогнать сюда. Пойдем. Я выполняю задание. Сейчас надо остаться с ребятами. Все. Пугали. В админке это Я. В админке это где карточкой проводить? Да, я, Юлик и Мастеров, это прям сейчас мы стоим в электричестве. Короче, я понимаю, что может выглядеть подозрительно, что я в середине зала, один, без кого-либо рядом. Ну я, короче, еще видел, Чупикс в камерах стоит, вряд ли бы он смог это прям супер быстро убить. Да. Насчет админки карточки, я видел, как Никита, когда вот двери открылись, бежал вот около бензина. Вот это что, вот я это заметил. Я же сказал, это может выглядеть подозрительно, но я был один весь раунд, и моя итоговая точка была зал для сбора, вот самый первый, который... Ася, ты откуда бежал сейчас? С правой стороны. Ну вот, получается, где электричество. А нет, я около сейчас. Бензина не был, нет. Камера только что был. Вообще в этом раунде ни разу. Да. Чупикс был в камере. Тот, кто был на камерах, может подтвердить то, что я с правой стороны. Я что-то вообще не слышал. Да, я видел, что ты справа был, и я видел, как Злупоед, он реально шел слева на... Мне кажется, это Ася и Джонни. А каким образом? Я не знаю, я вот что-то пальцами позакрывал, либо Залупоед, либо Ася, либо Джонни. Постоянно Залупоед двери закрываются, постоянно двери закрываются. Говорит очень искренне такое чувство. Ну так просто я-то о чем могу тебе сказать? То, что я бежал с камеры, и Чупикс говорит, что открывались люки, но я-то бегу. Как я могу, типа, по-любому? Ты мог быть напарником, почему ты не обратил внимания, что двери закрыты в камерах были? Они не были закрыты, когда я пробегал. Открыты были. Когда сейчас я пробегал, они были закрыты. Ты говоришь про первый раунд? Про первый, да. Мне кажется, Джонни просто замел следы и выбежал такой, типа... Нет, Чупикс, я когда бежал, я не видел, нет. Когда я бежал, не было. Это Юлик и Чупикс, наверное. Нет. Кто говорит? Это я. Ася. Короче, походу, реально Джонни Ася. Да, поэтому Ася вылетел. Мы делаем один килл, и мы выигрываем. А мы закрываем всех тут. Все, один килл. Хорош. Неплохо. Я думаю, почему Джонни разве не видел то, что Залупоед в люке прыгает перед моим лицом, а потом меня убивают, а потом... Все логично было. Залупоед прыгал по люкам, а Джонни замел следы. Искренне умеет, оказывается, врать. Джонни, а как ты в первом раунде убил в камерах и оказался у нас в карточке? Я не убивал, я специально закрылся. Это ты, выходит, убил и через медичку выбежал. Я убил только Егора, типа, когда мы с тобой остались и с Никитой.
Короче, Пашка, я вот хотел тебя убить, но я запутался в кнопках. А ты ж убил меня все равно, когда из камеры прыгал туда-сюда. Ну, это на камерах. Блин, на самом деле, вот то, что инженер, типа, хуярит, это очень плохо. Ну, не то, что очень плохо, а... Ну, сбивает в том плане, что мирным вообще не остается кислорода нормально. Ну все, Аси... Ну, Аси, блядь, не делал бы реально. Чупикс-мастеров, Аси, 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 чупикс-мастеров. Юрик тут соло. Аси, чупикс-мастеров. Так, мастеров здесь стоит, да, АФК стоит. Из люка чупикс пришел. В коммуникациях у нас кто-то. Мастеров и... Соло поет, а чупикс где? Н-мастеров, Н-мастеров. Сейчас, труп нашел на карточке, рядом стоял Н-мастеров. Я видел, как от толпы отсоединяется Злопоед и Джонни, остальных не видел. Но видел, прям сейчас на реакторе стоял, Аси-инженер. Н-мастеров. Да, 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 да. Так ты видел труп? Где, что, в смысле, какой труп? Я сейчас метеориты развивал. Чупич сейчас только забежал в электричку. Да. Просто, Никита, я тебе что скажу, ты в муте был. Я сейчас прибежал на карточке, стоишь ты, ну, наверное, не ты, просто стоишь, и труп прям под карточкой. А чего вообще? Не, я метеориты развивал. А кто-то может подтвердить? Кто-то был на метеоритах. Я просто АФКшил, поначалу стоял, потому что я отходил в туалет, и потом пришел и пошел на метеориты первое задание свое выполнять. Вот и все. Ты не метеориты пошел выполнять, ты вниз пошел из администрации. Пошел, я вниз и вернулся, я пошел выполнять метеориты. Какая-то смазанная хуйня. Кто-то я видел бежал с... Чопикс, по-моему, бежал от метеоритов, или это предыдущий раунд? Я от щитов бежал. Не, ну я был. Тебя, Никит, никто не видел. По-моему, много людей гоняли вот и справа, и сверху. Так я не в начале раунда, потому что я АФКшил. Я не про начало раунда говорю. Ну, я, кстати, видел, как он АФКшил у стола. Я тоже видел. Но мне просто вот не понравилось то, что Никит сказал, что он пошел на метеориты, но на самом деле он не изначально на метеориты пошел. Ну, не сначала. Я просто в последнее, где оказался, я на метеориты был. Единственное задание, которое успел выполнить, это метеориты, даже не успел. Не знаю, не знаю. Труп справа? Труп справа или где? Да, я прям сейчас только саботаж этого. Случается, я прям вот... Именно справа. На карточке. Вот где карточку проводить. Положи так, как ты говоришь, на метеоритах же он. Под метеоритом. Нет. Карточку забегал Джонни. Я думаю, это мастеров. Ну как так? И стал бы импостер делать вид, что он на карточке стоит. Да, я бы стал. Нет, не. Чупикс, не смей меня трахать. Я не буду тебя трахать. Паша Чупикс. А Паша у нас живой. Егорик, Юлик, Мастеров. Чупикс слева. Чупикс. Там Ася, что ли, прыгал, блядь? А, Ася прыгал, да. Так, Чупикс с левой стороны. На камерах кто-то смотрит. Он, по-моему, на камерах и смотрит. Я пойду проверю. Все хорошо, живой. Егорик. Егорик, Чупикс. Не нажимай! Кто на камерах стал уже? Все, ласт задание. Или это второе, точнее, предпоследнее задание. Мастеров слева, Юлик сверху. Может, в электричку пошли, мастеров? Блять. Что такое? Чупикс прыгнул в люк, и мастеров я тоже видел, и ничего не сделал. Да, короче, кикаем Чупикса. Так я инженер. Аси-инженер. Чупикс и мастеров. Я бы мог сказать, что это шейпшифт. Чупикс, если что, 100% инженер. Да, Аси-инженер, да. Нет, он не инженер. Да, он инженер, он в начале раунда в кафетерии прыгнул. Я в мастеров сначала. Я в начале раунда... Я в Чупикса проголосовал, блядь. Да, в Чупикса. Я бы срал. Нет, Мастеров мог не заметить, потому что там тут танцует. Аси еще вкидывал, что это я и Джонни, хотя все говорили, что это Мастеров, это Аси, короче. Аси... Я не слышал, что он инженер. Не-не-не, если бы сейчас Чупикс был не ты, Мастеров бы начал тебя защищать, что типа... Короче, забей. А Мастеров не ты, Фейд. Все, все задания сделаны. Будешь килять? Не надо. Ну нет, Никит, ну нет. Никита? А я захожу в кафетерий, Никита бегает за флотикеем. У меня все задания были. Да вы в догонялки играли, ребят, что-то тимиться хотел, да? Я тимлюсь. Я все задания выполнил. Ну не, это точно не мастеров. Да, да, так я про это говорю, я просто понимаю. Не, мы и не обвиняем тебя, Никит. Я вот... А чё это все меня голосуют? Я по луку проголосовал, ты чё? Так может, мы с Асей, видишь, маски у нас какие жесткие, ужасные. Я об этом думал в начале раунда. Паша, это не я в тебя проголосовал, ты мастеров. Да не, это полный отстой, я вообще... Я тебя спалил с метеоритами, ты врал? Да, конечно, врал.
Да я в туалет отхожу, я смотрю, а я импостер, я просто в шоке. А я ФК-жу, я, блин, Не, тут просто же еще эти инженер, вот эти вот ролики. Не, просто тут еще 4 человека, вы бегаете все вместе, мне прям тяжело, я прям такой, да, блин, когда убивать-то? А вы сколько ролей обычно ставите, когда с модами играете? Как ты меня убиваешь? А там больше 20 ролей. И вы все 20 ставите? Да, ну все, мы ни одну не отключаем. Crewmate. Инженер? Аси залупает. Блять, Аси залупает мастеров Юлик. Аси смастерован на. Так, Паша, не хочу, нет. Нет, нет, Паша. Тут все, блять. Оп, давайте останемся тут. Че, ребят, тусуем? Аси залупает, чупикс мастеров. Аси залупает, чупикс мастеров. Аси залупает, чупикс мастеров. Че, мы вот так быстренько можем чекнуть? Блять, думал, сейчас будет и подловим. А, не верим в FlagGK, вспоминаем тот мув, когда он с карточкой, он 10 типа стоял, выполнял, пошел нажал на кнопку. Да хорошо, не верим, позор. Все, скипаем этот раунд. Я как мирный... Я проверю. Я как мирный не буду на твои провокации вестись. Потому что я мирный. Это твои провокации. О, ну двое постера, молодцы. Нашли повод, блять, на кого скинуть. Ага. Не-не-не. А импостеры ничего не стесняются, когда цвета не видно в голосовании. Похуй. Голосуем. Интернет-герой, только в интернетах это. Ёкарный, ты бобаный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, найс. И менеджер, я менеджер. Не, Юлик, не надо. Куда пойдешь, Юлик? Не ко мне. О, не ко мне пошел, я. Не, Юлик, не надо. Становись на камеру. Напугал так. Well, well, well. Где? Ёбаный, где? А это, короче, один труп у нас в электричке стоит, значит. Юлик. На камерах был Юлик. Юлик ЖБ мирный. Так, у меня... Подожди. У нас морф Асалжана бежал сейчас. Аси бежал морф, а снизу нижний генератор. Я скажу, что я видел залупоед, как бегает с чупиксом. Мы бежали на этот, на саботаж, который в центре зала. А... В центре зала саботаж. Вот два. Так, вот ну два. Не в центре. Кто сейчас центре вместе? Будет. Кто сейчас вместе? О, нет, я в данный момент был вообще один. Я отдельно, но я был. Я помню, что нас бежало трое. Что я бежал, чупикс третий кто-то бежал. Вот, мы вперед оторвались, чупикс остался сзади. И сзади бежал вроде Егорик еще. Ну, в эту же сторону. Еще раз, Егорик скан проходил очень ровно. Не знаю, оправдывает его это или нет, но он прям очень ровно стоял. Даже не смещаясь вправо или влево. Вот прям посередине этой штуки. А кто инженер? Видел, как я скан прохожу? Ася был инженером. Да, я забегал. Или не Ася, кто другой? Нет. Кто был? Я. Просто... Я че это... Почему ты сейчас говоришь, что Ася был? Потому что я... Не, я просто под это предыдущую игру спросил. Кто-то не видел этого, потому что я помню четко то, что я вначале прыгал Юликс. Я видел, как ты прыгаешь. Да, я при вас еще просто и Ася это видел. А тогда мастеров и залупает у нас остается. Почему я-то? Ну, это Джонни и ты мог быть. Ты стоял посередине в камере, а потом убежал. Да. Ну так ты... Я еще так подошел, типа тебя вот так подошел, типа убил. Потом саботаж включился. Я пошел на саботаж, проверил электричество, там лежит труп чупикса. Короче, у нас тут по-любому пальцем в небо надо тыкать, ибо сейчас будет даблкил и мы не умрем. Не знаю, мне кажется, это мастерова. Джонни, он слишком хорошо. Я мастерова. Джонни просто опять, как обычно, пытается... Не. А вот сейчас будет очень опасно. Так, ладно, два импостера уже второй раз в Джонни голосуют, значит, это... Это мастеров из залупает. Все, игра пройдена. Спамим R. Так, я с Юликом пойду. Надеюсь, они даблкил будут делать на нас с Юликом. Быстренько смогу зарепортить. Пойдем. Я с Юликом буду. Здесь они первый килл на Юлике сделают. Просто нужно подальше быть. Так. Спам жесткий идет. Лупает, убивай. Не убиваешь? Блять, убивайте. Так, они делают там? Нет. Никита. Вот они сейчас... Нет? Блять, нет, Никита. Нажми. Блять. Блять, сейчас дабл килл буду делать. Нет. Блять. Я прям спамил, да, я прям R спамил, ты чтобы... О, нихуя ты прочитал. А мы выиграли в итоге? Нет, мы проебали. Импостеры выиграли. Мы победили. Я только в этот люк прыгнуть хочу, и ты прям выскакиваешь и убиваешь меня. Бля, я Юлик, я просто думал, что такой. Ты, я так понял, не успел на кнопку нажать, да? Не, я все задания сделал, я потом на карту смотрел, потом саботаж побежал делать, меня тупо на саботаж убили. И просто уже по муву понятно было, что Никита ждет, чтобы килл сделать, и прям за нами ходит. И я типа думаю, нажмешь, я же кнопку отдал просто в начале, когда
сказал, ну, хотел поймать импостеров. Я думал, что ты нажмешь, тогда мы ему сразу Никиту уже выкинули. Там уже видно, как он вот так суетится, думает, сейчас выкил сделает. Блин, Ася, откуда у тебя такой скин? Я что-то смотрю в этой... Никит, хорошая работа, поздравляю. В стиме. Спасибо. Ну все, Юлик. Ну все, блядь. Все, я медик, Юлик и инженер. Кто из вас? Давайте. Честно, не я. Давай, Чубик, что у тебя за роль? Честно, не я. А, Павлух, ты про мастеров. Я без роли. Я хороший. Кто без роли? Я. Да ебать, как это у вас так получилось? Кто-то врет. Пахнет. Паша врет. Чувствуете? У Паши уже нет. Пиздежом на этом столе пахнет прямо сейчас. А какие вообще тут еще есть роли, кроме медика и инженера? Мирные. Все. Протект и все, и морф. Ну, протект, все, вы два мирных. Ну да. Нет, это понятно. Мы три. Теперь вы втроем играете, блядь, без нас. А как поняли, что ты медик? Ну я просто халат надел и думал, ну все, я медик. У меня пульс есть, как у вас. Так пульс у всех есть. Паш, скажи что-нибудь. Это не я. Паша очень расслаблен. Чопик, скажи что-нибудь. Хотя я Чопикса не знаю, поэтому мне тяжело. Джонни, лучше ты скажи, кто из Аси и Чопикса врет сейчас, чисто по эмоциям. Да тут никак не понять, ты понимаешь? Мы настолько да уже... Да можно. Я так играю. Мы просто можем пиздеж на пиздеже, и этот пиздеж раскусить, нужно другой пиздеж раскусить. Короче, вот такая типа многоэтажная штука. Много слоев. Да. А как понимают, что у тебя есть этот индикатор? Ну я палец взял к руке такой. Там справа снизу иконка. Че, у тебя тоже есть такая иконка? Он же может напиздить, что может. Могу напиздить, но что-то вы не вскрылись, поэтому я не пизжу. Аси, кипаем, получается. Че, Аси, джестер? Да. Ники Кэмась. Ля, унесло меня. Так, префайром сейчас пойдем. Юлик. Пойдем. Полуха. И Аси тут. Аси тоже съебался в люк, что ли? Мне показалось, или Ася тоже по приколу в люк съебался? Это невозможно. Что? А, знаете, что возможно. Блядь, смотри, остался? Смотри, кто-то остался в электричестве, а кто-то побежал, когда Юлик прыгнул в юг, побежал, видимо, за ним и убил его. Подожди. Смотри, когда мы стояли сейчас в электричестве, так. Люк открывался. Соответственно, понятное дело, что из нас троих подозреваемые это Чупикс. Почему? Да, не, смотри, просто я-то стоял рядом, я наблюдал за вами, зашел Джонни и Юлик, и... Подожди, Паш, ты видел, как Аси убегал? Как Аси из электричества выбегал, ты видел это? А это был не Чупикс? Да, я был. Не, ты вот с нами был Аси и Юлик. Юлик вроде прыгнул в люк, ты видел, да, как Аси выбегал из электричества? Если это он выбегал, я просто память дошел. Плохая. Все, выбегал, хорошо. Да. Где труп Аси? Откуда я знаю труп? Я выбегал, чтобы сказать эту инфу о том, что я стоял с Пашей в рекрече. Не, мне кажется, это Ася. Подожди, Ася, а в чем твоя инфа тогда состоит, я не пойму? Состоит эта инфа в том, что Джонни сказал, что он медик. Так. Юлик инженер, правильно? Да. Я с тобой, мы бегали, я бензин перекачал. Да, в электричество. Мы зашли в электричество вдвоем. Угу. Мы вдвоем стояли, я задание быстро вот это сделал. Угу. Смотрю, люки открываются. Это Юлик. Соответственно, может быть, Чупикс. Короче. А может быть ты. Где люки открывались? В электричестве. Нет. Не, я Вася Глаз. Нет, не в электричестве. Он пытается меня. Я видел. Скипаем, смотрим внимательно, скипаем. Не было. Бля, я теперь все запоминать буду сейчас вообще. Я вам отвечаю, это Чупикс. Реально? Ты только сейчас будешь это делать? Бля, ну когда, знаете, вот они вдвоем друг друга вкидывают, и как понять, блядь? Все, Паша, мирно. Опа, Ася. Блядь, все, это Чупикс. Все, давай, Ася. О, Чупикс, блядь. Короче, если что, Чупикс, я за текстурой увидел, как у тебя прыг, вот эта хуйня типа превратилась. Я в камерах превратился в Асю, убил Юлика и стал около трупа, ждал, пока кто-то сойдет ко мне. Да это не он. Пашка, просто он с этим... Ты самое главное, яйцо вижу, как лопается, блядь, думаю, ну нихуя ты. Чё, в обувь меня? Нет, я Вася. Ты Вася? Да, я Вася. Вася Маслов. Я в линии. Кузьма, Никита нас не слышит. Заходите. Блядь, я Крюмей. А у нас один импостер или сколько? Yes. Так один или два? Один. Юлик залупает. Бля, за что Юлика обосрал? Чупикс.
Аси тут. Проверяем убийство тут. А убийства нет. Чисто. О-о-о. Так, Джонни. Странно это было. Подожди, назад, внизу, внизу? Он был 3 секунды назад. Погоди, а кто инженер? Связи. Я. Да? Павлуха, да. Джонни, ты никого не видел? Все, это, все, это залупает. Ну все, тогда выиграно. Ну это легко тогда. Стоп, ты же ближе всех был. Да, да, но залупает бежал. Да ладно, я видел, как ты побежал, блин. Не было тебя. Нет, все, короче, все, все, все. Это что оттуда? Это выигранная катка, забить. Это залупает, все. Точно? Да, 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 да. Блядь, какого хуя ты мне вообще тут? Нет, это флэкджек был. Ребят, вы сами себе давай. Как Никита, даже в самой беспроигрышной ситуации, ебать, я был в электричестве. Ребят, ну он сливать хотел. Да это не он был. Забаговал что-то.